Уважаемые зрители, уже было сказано о том, что на наших соревнованиях прибавляется олимпийских чемпионов. И сейчас я вам представляю одного из замечательных борцов России, олимпийского чемпиона. Он еще, кроме золотой медали Олимпиады, завоевывал серебряную медаль Олимпиады. Дважды становился чемпионом мира и 6 раз чемпионом Европы. Это Давид Владимирович Мосальвес. Вольная борьба. В настоящее время директор училища Олимпийского резерва №1, где мы с вами находимся. Ашкади, ашкади. Вертушками победу с явным техническим превосходством одержал Акул Виктория, Белоруссия. Вертушка сюда. Нори, подрасти. Пассив. Пассив. Это пассив. Абрес. Все, не боги, боги. Лаптерам, абрес. Малай лапен. Капогви, капогви, листа, листа, листа. Ora, ora, tegnei vrat, rav, ani, kashi tegnei! Ora, ora, tegnei, ora! Греко-римский борьба весовой категории до 51 килограмма. Бахрамов Асадбек, Узбекистан. Делав, завшу же тага, давай, горда. Цепуаскас, Рокас. Гордара, гордара. Заход, Арач, Арач, здесь Гордара, Гордара, конкрет, 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 не обрепеть, Гордара, Францеру, ага, мистер Таги. Бахрамов Асанбек, Узбекистан приглашается на ковер. Гордара, Гордара, давай, конкрет, конкрет, ага, Эдо, Эдо, Дефриге, Бане, Арам, Эдо, давай.
ввиду травмы борца из Узбекистана победа присуждается Цепускаус Рокас. Схватка по баллам выиграл Адамовичус Литвы. Мамедов, Маланбек, Мелконьян, Артур.